Приветствую вас, Елена. Я благодарен, что ситуация, в которой вы оказались, естественно, очень, мягко говоря, неприятная. Вот. Оно, в принципе, и понятно. Вот. Никому бы не было бы приятно, если бы такую ситуацию он бы попал. Вот, как вы, я имею в виду, попал. Любому человеку было бы неприятно. Это нормально абсолютно. То, как вы, условно говоря, отреагировали. Другой вопрос, мне кажется, в том, что вы слабо, как мне кажется, слышите себя, вот, слабо, как мне кажется, слышите свою реакцию, слабо, как мне кажется, прислушиваетесь к себе, вот, и слабо выражаете вот свои, ну, чувства, да, которые у вас вот возникают, почему-то слабо. Вы это делаете, на мой взгляд. Ведь вы что-то ощущали, когда вот происходило то, что происходило. Вы что-то чувствовали, когда вот, ну, мужчина там, грубо говоря, ну, вел себя так, как он вел. Вы что-то чувствовали. И, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы, как бы, может быть, признались себе в этом. То есть, чтобы вы признались в том, что вы что-то чувствовали, вы что-то ощущали, вот, и чего-то вам хотелось. Вот чем быстрее вы это будете делать, чем быстрее вы будете признавать, что вам чего-то хочется, что вы что-то ощущаете, что вы, ну, что вы что-то чувствуете, да, чем быстрее вы будете это признавать, тем легче вам будет жить, тем легче вам будет взаимодействовать с людьми, потому что люди все разные и по-разному реагируют на, ну, там, на плюс-минус одни и те же вещи, вот, ну, совершенно по-разному. Вот, предугадать это, ну, практически невозможно предугадать это потому что никогда не знаешь, вот, в принципе, как, ну, как поведет себя человек. Никогда не знаешь, как это вообще, ну, как это вообще будет. Ну, понимаете, в чем штука. Ну, вот, поэтому, на мой взгляд, а важно думать не о том, как вести себя с этим, ну, вот, с этими людьми, да, не об этом нужно думать, мне кажется. А думать нужно больше о том, как мне кажется,
что вычислить. Вот. И как вы, ну, может быть, хотели бы больше себя вести, да? Как вы хотели бы себя вести больше? Вот это вот, мне кажется, весьма важным моментом. Потому что здесь вы хозяйка своей жизни, а не кто-то там другой. Именно вы, только вы. А вот то, как вот вы описываете ситуацию, я бы сказал, что кто угодно, хотя ваша жизнь, но не вы. Вы попытались подстроиться под человека, и в итоге все стало хуже. Хотя вы хотели как лучше, а получилось хуже. И происходит так практически всегда, когда люди начинают подстраиваться. Вот вам же, допустим, если это коллега, и вы, ну, вы понимаете, что вам с коллегой работать, вы понимаете, что какие-никакие, ну, там, отношения, да, должны быть все-таки. Вот. То лучше всего быть собой. А на какие-то вещи не обращать внимания. Вот. Возможно, если бы вы не брали бы ответственность на себя за человека. Вот. То есть, если бы вы вот, не брали бы ответственность там, за его реакцию, за его крики, например, и так далее, вот, то все было бы для вас куда более лучше, проще, дешевле, понятнее. А так вы ответственность за человека берете, вот, и все, и становитесь сразу от него зависим. Поэтому никакого так сказать, ключа или никакого готового решения, как общаться с такими людьми, вам никто не даст. Потому что каждый сам выбирает. Но вам нужно отследить свои реакции. Это важнее. Отследить свои реакции, посмотреть, что я чувствовал, например, когда этот человек так себя вел. Что я ощущал, да, когда когда сталкивался с тем, да, вот, что человек вот так себе, ну, так себя ведет. Понимаете?
И дальше отталкиваться от этого. Конечно, у этого есть цена. Это правда. У этого есть и должна быть цена. Вы в большей степени раскрываетесь. Вы в большей степени являетесь собой здесь. Это правда. Вы становитесь более уязвимы, но в хорошем смысле слова. Чувствительны вы становитесь. И мне кажется, это ответ. Это могло бы быть ответом. Но ваш вопрос, в принципе, вот. Как вести себя с такими людьми? Вот. Это правда могло бы стать ответом. Но я не знаю, достаточно ли вам этого или нет. Мне кажется, что вы и сами этого не знаете. Вот. Потому что вы не сказали, например, ничего о том, что для вас этот коллега значит. Вы не сказали ничего о том, какое он значение для вас имеет. Ну, коллега, я имею в виду. Да, и имеет ли какое-то отношение он для вас? Почему-то вы почему-то вы пошли с ним в ресторан. Вот. Почему-то вы захотели провести с ним время. Вот вы говорите, что, значит, коллега по работе, с которым просто общение, позвал в ресторан. Вот. То есть вы захотели с этим человеком провести время. Это прекрасно, то, что вы захотели провести с ним время, но, на мой взгляд, сами здесь злую шутку сыграло то, что вы не совсем, как бы, не совсем понимаете, что он для вас значит. Я имею в виду коллег. Вот. Не совсем понимаете, какие ожидания у вас от него. Вот. Это тоже достаточно важный момент. Может быть. Может быть, вы оказались разочарованы тем, как он себя повел. Может быть, вам стало обидно. Понимаете? А с этими чувствами вы никак не обратились. Может быть, вы не привыкли
их вообще даже выражать. А это весьма хорошая качество. Весьма хорошее умение выражать свои чувства и выражать то, что с вами происходит. Но принимая во внимание, что вы хотели за себя заплатить, я рискну предположить, рискну только предположить, что, вероятно, вы проявляете чувства свои нечасто. Вот. Или есть некоторые чувства, которые проявлять вы несколько не готовы. Вот. Конечно, вы можете сказать, что так со всеми людьми. Вот. И, наверное, будете правы, но задача психологов как раз в том и заключается, чтобы чувств, которые проявляли люди, стало больше, чтобы больше людей могло быть самим собой. И чтобы больше людей понимало, зачем и для чего происходит то или иное общение. Мне очень жаль, но, по-моему, вы не до конца понимаете, зачем взаимодействовать с этим человеком, который на ровном месте психует, если только нет еще какого-то дополнительного контекста вашего общения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.